фильмы, которые имеют мало каких-то речевых, ну, скажем так, сообщений, когда мало людей разговаривают, какие-то действия без слов, под музыку. Вот такие картины, конечно, сложно воспринимать. Вообще, проводя аналогии, это что-то вроде такого уникального MP3-плеера. То есть это приемник и наушник для того, чтобы ставить и слышать дорожку тифлокомментирования. Что это такое? Это ускоренные краткие комментарии, описывающие происходящее в фильме. То есть это, по сути, та же самая история, что и на экране, только изложенная другим, опять же, уникальным языком. Очень важно, когда мы говорим про тифлокомментирование, это прежде всего возможность создать дополненную реальность, прям в самом правильном смысле, для слабовидящих людей. Вот у нас есть приемник и наушник. У нас в аппаратной есть устройство, которое запускает сигнал, запускает тифлокомментарии. Это все у нас попадает в наш приемник и дальше в наушник. Все очень интуитивно. Здесь вот есть кнопочки плюс-минус, чтобы увеличить и уменьшить громкость. И кнопочка M, которая запускает тифлодорожку. И при этом, опять же, для максимального удобства наших слабовидящих зрителей у нас нет кнопки выкл. То есть тифлокомментарии останавливаются сами, как только оканчивается фильм. И достаточно просто запустить вот наш передатчик. Мы закупили, это я должна сказать, недешевое оборудование для того, чтобы наши зрители, которые не могут видеть кинокартины так, как большинство из наших зрителей, но тем не менее, чтобы мы вот так могли в одном ряду вместе сидеть и вместе одновременно смотреть замечательные фильмы, потом обсуждать их, делиться своими мнениями, своими впечатлениями и понимать, что мы, чтобы вместе приближены к киноискусству. Мне кажется, это очень здорово. Я благодарю наш Дом кино. Это современное учреждение культуры, которое действительно стремится к тому, чтобы быть открытым для всех, доступным для всех. В детском кинотеатре «Мечта», возможно, вы знаете, с 2016 года уже реализуется проект «Кино без границ», позволяющий смотреть кино с тифлокомментированием, кино для людей с ограниченными возможностями здоровья, да, зрения. Приобретение нами оборудования для тифлокомментирования позволит смотреть кино широкого проката, широкие свежие релизы и смотреть нам их всем вместе. Кино — это искусство, объединяющее прежде всего. Да? Кино не должно разъединять нас, кино должно нас объединять. Мы должны благодаря кино проводить время вместе. Передаваемые эмоции, выразить благодарность всем тем, кто причастен к созданию вот этого сегодняшнего события, к тому, что появилось наконец-то в нашем городе оборудование для закрытого тифлокомментария. Мы долго к этому шли. Мечта каждого из нас, сидящих здесь, и моя в том числе, это то, чтобы в любом уголке нашей с вами страны было такое оборудование, чтобы любой человек, сидящий дома, может быть, сейчас пришел бы в любой кинотеатр и получил такую возможность с семьей, с друзьями, с знакомыми, родственниками посмотреть любимое кино.